Рада вас всех видеть. Рада, что есть желающие покончить с этой пагубной привычкой. Ну, вначале я вам вообще хотела бы рассказать причину, да, какой зависимости, можно сказать. Есть ситуация, когда человек курит и получает удовольствие от самого процесса. И не хочет из-за этого бросать. Он реально не хочет бросать, потому что он смакует, получает удовольствие от самого процесса. Похоже, же вид это тот, который не может без сигарет вообще. То есть есть некий промежуток времени, после которого он обязан покурить. Это уже приличная зависимость. Вы берете сигарету в рот. И это первичный инстинкт человека, инстинкт сосательный. Те люди, которые не сосали мамину грудь, те люди, которые груднички, они до конца этот инстинкт полноценно не прорабатывают. А есть такая позиция у человека, как воля. Это энергия, направленная во внешний мир из внутренней энергии человека. То есть внутри формируется энергия и направляется на внешний мир. Когда у человека нет воли, он не способен жить. У него начинается депрессия, он ложится и не хочет двигаться. Но так как воля формируется далеко не у всех, эту волю, я говорила об этом, заменили протезами. Божьей волей. Если нет у человека своей, то будет Божья воля. Любое формирование вашего желания происходит на позиции вашей воли. Раз вы уже сюда пришли, значит, имеете волю именно бросить курить, что-то исправить в своей жизни, сделать по-другому. А когда вы берете сигарету в рот, вы берете ее в рот. То есть весь вами вдыхаемый дым, как отрава, попадает в ваш рот. По сути, вы целуете сигарету, берете ее в рот, тем самым направляете ядовитый дым в рот, формируете зависимость у следующих поколений, формируете болезни у себя и у следующих поколений. И, конечно, это не может никак не сказаться на роду, это всегда сказывается. И когда у вас возникает желание сигареты, я советую, есть очень хороший такой способ, да, снять именно сосательный рефлекс. Берете любой копченый сыр, это достаточно серьезная вещь, потому что в том числе никотиновая зависимость, да, тут тоже формируется. Только мой голос. Итак, закрываем глаза. Отрицаю курево, отрицаю. И вам курить запрещаю. Запрещаю курить и о куреве говорить. Запрещаю. Остальные звуки вас не волнуют. Настраиваемся именно на мой голос. Не будешь дышать жизни, тогда не видать. Так отринь зло, дыхни полной грудиной. Я тебе говорю, дыши, дыши, дыши. Запрещаю дым вдыхать и умирать. Запрещаю.